здесь уже публика посерьезней. Движемся к выходу. Праздник затянулся, уже второй день. Но это вам не какой-нибудь бледюжник в турзонах. Здесь семейные деревенские дела. Вот так работает контрольный пропуск. Нас пропускают без проверки. Это не конкурсы? Нет, это не конкурсы, это какая-то сцена театральная. Они звуки так вопят, блять, что долго я там не могу находиться. Сушеные кальмары. Может быть, для кого-то экзотика, но нахуй бы они не были нужны. Здесь гораздо вкуснее вещей много. Пойдемте посмотрим еще одно представление театральное. Я вижу уже отсюда, что какая-то японская тема. Дымком пахнет приятно и всяческой едой. Попробуем подобраться поближе. С каким интересом они смотрят на все это. Don't
Thank you.